Ну, почти начал с вебкой, но что-то как не начал. Привет, судя по происходящему в чате, алды на месте. Это хорошо. Так, где-то моя вебка-то? А, ой, какая она интересная еще в придачу. Сейчас. У меня тут что-то комп решил самовыключиться, пока меня не было дома, поэтому все настройки, естественно, слетели. Классно. Короче, не так я хотел начать стрим, очевидно. Так, это выключить, это включить. Что происходит, непонятно. Вебка вообще куда-то в небеса смотрит все это время. Классно. А как ее сделать, чтобы она смотрела вот так пусть? Я надеюсь, она не навернется. Нет, что-то слишком низко. Во, пусть будет вот так. Вы все равно ничего не видите пока что. Да, Иисусе. Окей. Окей, я сказал. Оп, привет. Немножко, короче говоря, фокус где-то на моем подбородке получается, но что-то произошло, короче, и с вебкой, и со всем этим, поэтому привет, Дайзи, привет, Максим, рад, что вы пришли, долгожданный стрим по Warframe'у в разделе Anthem, ну, чтобы порофлить, знаете ли, вот это вот все. Кстати, насчет алдов, сегодня Международный день пожилого человека. На секундочку, внезапно, да? Фан-факт, я об этом узнал буквально пару минут назад. Как бы ее все-таки вот хотя бы вот так сделать, пришла смотреть Kingdom Hearts, понятно. Так, терлятка, лол. Что я хотел сказать, чтобы прям началось как надо. Ну, во-первых, сейчас игра, возможно, немножко не в том виде, в котором надо. То есть это не полностью на экран. Потому что я только зашел, только запустил. В Стиме вышла абсолютно новая игра. Новинка. Никто никогда не играл. Я играю впервые. Эксклюзивный стрим. Нет, конечно же, нет. Короче говоря, у Destiny очень сложная судьба. Еще более сложная судьба у меня и Destiny. Заключается она в том, что когда-то, давайте из-за легких времен, когда я так развалюсь, чтобы полностью быть у вас в кадре. Короче говоря, когда-то на консолях PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4 вышла игра под названием Destiny. А еще если раньше, то когда-то Bungie делала первый шутер, ну не первый, но нормальный шутер на консолях. Потом, короче говоря, это была Halo, во-первых. Потом Halo загнулась. Точнее, нет, Bungie загнулась. Точнее, Microsoft, я не знаю, кто-то загнулся стопудово в этой истории. Но что-то пошло не так, Bungie перестала делать Halo. Сегодня день музыки, ничего себе. В смысле, да? В смысле? Долгожданный стрим по Warframe. Что не так? Короче, вышла игра. Она вышла в муках, в страдании. Все сказали, что Warframe лучше, что Anthem игра года, что Borderlands игра тысячелетия, а Destiny это просто какой-то полный отстой, непонятно, никому не нужен. Вот, потом игра развивалась, набирала комьюнити, где-то между этим делом я купил себе PlayStation 4, первую игру, которую я купил на PlayStation 4, была Destiny. Вот это был мой персонаж на ваших экранах, созданный не в первый день, но в первый день, когда я уже нормально мог играть у себя дома на консоли. Вот, и, короче говоря, проведено было много лет вместе, сейчас даже скажу. 2 года, наверное, точно было проведено в первой Destiny. Потом надоело. Вот. И вышла Destiny 2, которую не хотелось играть вообще. В бету поиграл, забил болт. Где-то прошло почти год. Destiny 2 на халяву на выходные выдавали. Я прошел сюжетку основную. Пришла Нита, задонатила, сказала, покупай DLC. Я купил игру и DLC. И пару месяцев отлично провел там время. Потом вышло глобальное дополнение, у меня денег не было, больше не играл. Потом, а Destiny 2, кстати, вышла на ПК еще в придачу, вот. Потом нужно было как-то вывести вебмани ваши донаты,
вебмайна забанена, но можно было их тратить в батлнете. Я купил на распродаже Destiny 2 на ПК. Что произошло? Никакого прогресса, который я заработал за те два месяца, не было перенесено на ПК. Вот, типа, основная часть истории, она сейчас начинается. И пришлось начинать играть за другого персонажа. И типа на ПК с геймпадом игра совсем по-другому должна ощущаться. И тогда прям на стриме, когда начал играть, я сказал, я выберу класс, которым вообще меньше всего играл, это был Титан. Но так получилось, что играть было невесело, потому что приходилось перепроходить все, что уже было пройдено. И класс Титан я не очень люблю. И, короче говоря, это все было мутно, странно. И я потихонечку забивал. И забил по итогу. А потом случилось еще более странное. Bungie отделилась от Activision, а Destiny 2 вышла в Battle.net. Они сказали, теперь мы будем следующее дополнение выпускать в Steam, и еще сделаем Destiny 2 free-to-play. Ну, естественно, потому что, ну, Warframe не дает покоя. Warframe free-to-play, значит, чтобы Destiny 2 была нормальной игрой, она должна быть free-to-play. Но DLC продавать платно и все такое. И, что самое интересное, раз уж тут переносы с Battle.net в Steam, все, игры в Battle.net, кстати, нет сегодня официально, все, закончилась, иконка удалена, играть можешь только в Steam. Раз уж есть перенос прогресса с одной платформы на другую, то почему бы не запилить полностью кросс-сейв? То есть, чтобы у вас было одно сохранение и один прогресс и на ПК, и на Xbox, и на PlayStation, и на вашей кофеварке, если там у вас тоже есть Destiny. Везде. И я такой смотрю, у меня есть, типа, мой Титан, тот, который заброшенный, а есть мои персонажи, кстати, перенесенные еще с первой части. Я вот, вот за Титаншу эту, и за Варлочку, ну, Варлочка, ладно, это не мой персонаж изначально, я его удалил был, и зря удалял. Но вот с этим персонажем я проходил все года. Я не мог играть им на ПК. А я потом такой, пошел этот Титан в задницу. Я могу пользоваться купленным DLC прошлогодним на ПК, играя персонажами с PlayStation 4, где это DLC не будет куплено. Еще и на халяву получил 750 уровень. Еще и free-to-play. Вот. Так что, короче говоря, наконец-то я дома, во-первых. Мой главный, вот он я в Destiny перед вашими глазами. У меня не куплено дополнение Shadowkeep, которое сегодня вышло. Я не как все абсолютно стримеры, которые сейчас ломанулись играть в этот новый контент. Я тот самый человек, который вам покажет, что из себя представляет free-to-play Destiny. Но при этом у меня есть DLC, которое сейчас купить толком, я так понимаю, нельзя. Оно вместе с Shadowkeep идет или типа того. Короче, уникальный взгляд на Destiny от меня лично, при этом это Anthem и Warframe. Вот такие дела. Террел, купил Vita и PSP. Я король портативок. Максим, где ты еще нашел PSP вообще? Ладно, Vita-то еще, я думаю, можно купить. PSP, мне кажется, уже все поломались давно-давно. Еще и взломал их. Так, пошли поиграем в путешествие. В Джорни, что ли? Джорни пройдено мной раз 7, наверное, уже сколько можно. Все ачивки на платину. Мы выбивали белый костюм на стриме, я помню. Так, Патапона, топчик, Локорок. Так, ну Максим, ну за это можно и забанить. Uncharted, это который на Вите, что ли? Ну, по-моему, что-то все с ума сходили по поводу Uncharted на Вите, который. Ладно, я думаю, что Дази очень сильно переживает по этому поводу и не хочет, чтобы меня забанили. Хотя кто забанит вообще? Непонятно. Я игру таки сменю на Destiny 2. И давайте смотреть... О, моего Destiny Armory. Что-то там какая-то фигня была. Давайте смотреть, что представит из себя игра. Вот вы же прямо сейчас, если у вас есть 1 000 000 гигабайт свободного места, потому что ровно столько Destiny 2 весит, вы можете скачать абсолютно бесплатно, и у вас будет весь контент первого года Destiny. То есть то, во что я играл на PlayStation 4 изначально. Destiny 2 бесплатно раздавали в Battle.net на протяжении, по-моему, 1.5 месяцев год назад, поэтому можно считать, что она free-to-play была еще тогда. Но это все-таки был Battle.net, а здесь в Steam, здесь как бы все любят Warframe, и тут внезапно конкурент Warframe выходит. Столько лет Warframe был эксклюзивом Steam,
теперь убийца Варфрейма пришел. Понимаете, в чем дело? Так, ну, спокойной ночи, Максим. Спасибо, что заглянул. Жираф большой, и яму видеть. Что? Короче говоря, можно играть, можно веселиться и все это вот. У меня, конечно, куплен еще открыт контент второго года, который у вас не будет, скорее всего, за бесплатно. И какая-то часть контента из DLC тоже доступна, насколько я знаю. Можем на него даже посмотреть. Но мне куда более интересны вот такие эксперименты. Я в первую Destiny очень долго играл без дополнений. Это было тяжко. И потому что тогда всем было плевать на игроков без актуального DLC. Вроде бы как в Destiny 2 я стало получше с этим. И сейчас мы с вами в этом увидимся. Итак, дружище, я где-то год, наверное, тебя не видел. Мой охотник, Экзе. Вход. Кнопки, правда, по-моему, отображаются иксбоксовские или что? Вот этого я не понял. Внимание, подключение к серверам Destiny 2. Обновление в горниле, списки подбора игроков, изменения в системе боеприпасов, новые режимы. Горнило получает ряд обновлений, переработанные списки режимов игры, удалены режимы быстрой. Ачивки на халяву, ребята! Сразу мне ачивки все выдают. Вот это я понимаю. Сколько? 6 ачивок? Я пока вижу 6. Было 3, сейчас еще 3. Я не знаю, вы на стриме видите ачивки? Да, видите, еще ачивки. По горячим следам, сердце тьмы. Несудимы будете. Так, это Высоцкий. Скажи спасибо, что живой. Когда будет за 50, поймешь. Понял тебя. Ты же олд. Сегодня день пожилых людей, как раз профессиональный праздник. Все дела. 10 ачивок мне дали на халяву. Зашибись. Но почему только Xbox-овские кнопки отображаются? Не понимаю. Пригласи друга, доступно новое поручение. Добро пожаловать в Destiny 2, отвергнутые. Поговори с Хортон, приступить к поручению вместе, пригласи с ваш с другом. Я это уже прошел, зачем мне это? Мы с Нитой проходили весь контент. Господи, я здесь, я на месте. Я как тот самый олд. Я всегда на месте. 750-й уровень шмота, на халяву. Господи, что это? Что произошло? Почему? Здесь столько иконок. Ужас какой. Тачку на прокачку показывают теперь сзади. Сезонный артефакт. Что происходит вообще? Это что такое? Карнавал клинков. Это новый контент. Теперь можно финишировать а-ля Mortal Kombat в PvP. Так, куча всякой ахинеи, триумфы, коллекции, клан. А клан-то не перенесся. Черт подери. А где задание? У меня ж миллион заданий было еще на ПК. Я из-за этого с ума сходил. А здесь, сейчас смотрите, ни одного задания нет. Ну вот что-то есть, правда. Приглашение императора. И все чисто, модные вещи. Тесс улыбается, у меня есть кое-что для тебя, страж. Платы не нужно, держи, ура, первая доза бесплатно. И расшифровать прям сразу можно, не заходя к ней в магаз. Вот это я люблю. Так, ну короче, какой-то фигни выдали. Магазинчик фри-ту-плейный. Донат-шоп. Все как вы любите. Так, даже моя вся пыль перенеслась. Ничего себе. Блеск, легендарные осколки. Серебра вроде не было. Хотя за покупку вроде выдавали DLC серебро халявное. Но при всем при этом оно не перенеслось. Потому что на другой учетке. Так, Нита играет, Нита и стримит. Сезон, что такое? Что это такое? Вот это что-то новое. Сезон, конец сезона 69 дней 22 часа. Требуется сезонный абонемент. Требуется ранг 2. Короче, это, я понял, какая-то новомодная фигня в PvP всяких играх. Вот типа ты зарабатываешь какие-то ранги, получаешь награды, а если ты купил... дополнительно внес бабла, то получаешь в два раза больше наград.
или типа того. Сейчас бы 5000 блеска получать вообще не нужно абсолютно никому никогда. Так, что вообще происходит? Я хотел в настройки попасть. Так, во-первых, звук. Может быть, орала игра все это время, а вы мне не говорите? Да нет, вроде не орет. Звук включен. Не, давайте выключим микрофон, чертовой матери. А, привязка клавиш не то. Как отображать 60 кадров в секунду стоит? О, моего. Кстати, в окне, но хочу 1900 на 1800, чтобы было. Не лагает на стриме, я надеюсь, у нас ничего. 60 кадров. Блин, ну ладно. Поле зрения, граница экрана. Самый высокий качество текстур. На ультрах, что ли? Где отображение клавиш? Текстовый чат. Можно FPS смотреть. Ничего себе. 30. Стоит 60, но у нас будет 30. Так, управление. Конфигурация кнопок. Я играю, блин. На DualShock 4. Почему Xbox-овский отображается? Не очень понимаю. Ну ладно. А что не применилось 1600 на 1900 на 1080? Это... Да, уверен. Все, теперь у вас игра нормально должна отображаться. Счетчик, правда, FPS, мне кажется, у вас не виден. А, нет, она у вас криво. Сейчас слишком большая стала. Что-то непонятно. Надеюсь, этот захват окна. Очень интересно, конечно. Вот он, походу. Во, вот так Destiny 2 на самом деле выглядит. Так. Ну, видите, видеопамять у меня не забита даже. До конца. Как в каких-то стипах, например. Ну что, летим, летим. Земля. Нет, не земля. Обитель теней. Сразу меня на Луну отправляют, прикиньте. Но, если вы будете запускать игру, вы будете не в этих менюшках. Вы вообще, типа, будете проходить самую первую миссию первой Destiny, прикиньте. Безграничная сила. Летим. Безграничная мощь, я бы даже сказал. Вообще, конечно, я мог бы WoW играть сегодня сам. Без вас. Фармить что-то. Но так уж и быть. Посмотрим, как это. Destiny 2 без дополнения финального. Который сейчас все проходит. Но мы можем пройти миссию. Начально. На самом-то деле. Все шмотки до 750 апнули. Класс, класс. Блин, еще сет солнцестояния этого дебильного. Вот, кстати, еще из-за чего я дропнул Destiny 2. Из-за этого ивента. Ошибка, вы покинули мир игры. Зашибись. Так. Вот, короче, смотрите, если вы не купили DLC, то все, вас дропает. Confirmed.
Это официально сейчас было подтверждено. Так, что поменяли характеристики, короче говоря. Увеличивает скорость передвижения максимально 100 прыжка. Ну, это была такая характеристика. Стойкость. Повышает количество урона, которое вы можете выдержать, не умирая. Тоже было. Восстановление. Повышает скорость восстановления здоровья. Тоже вроде было. Нет, была дисциплина. Я понял. В первой Destiny было 6 характеристик. Они их вернули. Гениально. Банжи, гениально. Хотите что-то сделать крутое? Дало. Ну все, я понял вас, короче говоря. Идем на Луну. Что написано было? 780 надо. А рекомендуем? Что? Достигните уровня силы 780, а рекомендуем 760. Да я на 750 приду на изи просто. Нет доступа к этому заданию, прикиньте. Зато у меня есть спутанные берега. Я не проходил этим персонажем спутанные берега еще. Для меня это будет новый контент. Но я могу полететь только на Тауэр, по сути, сейчас. Давайте я полечу на землю. Может быть, меня на земле пустят хоть куда-то. Ну, будьте уже честными, Банжи. Пишите мне на весь экран «покупай». Иначе никуда не пролетишь. Может быть, из-за того, что я был на экране персонажа с предметами, может, из-за этого выкидывало. Вообще, на самом деле, врываться, так сказать, в день выхода онлайн-игры в современном мире это чревато. Вот подобное. Нет, я бы смог попасть на землю. Так, что-то графоний такой себе. Вроде в батлнете был получше. Или это все потому, что я алдового персонажа. Сейчас, кстати, в этой локации никого нет, смотрите. Скриньте. Как, блин, мне посмотреть, кто есть в локации? Алло, как как посмотреть? Как я видел Ниту, например? Никак. Я так не понимаю, почему не воспринимает кнопки... А, нет, смотрите, кто-то есть. Я вижу живого человека на земле. Но я просто к тому, что все сейчас на Луне. И все это вот. Да. Нет, стоп, консольная... Да нет, что? Что происходит? Что такое консоль навигации? Во, наконец-то я увидел. То, что хотел увидеть, но не магазин, а список. Есть целых два человека, которые здесь. Вместе со мной. Ну что, может, пусть теперь на башню? Кстати, есть еще вот эта точка высадки. Попробуем отсюда. Хотя она у меня не должна быть вроде как открыта. У меня эта локация... А, или она для всех открывается. Короче, пока две загадки. Почему выкидывают и почему отображаются клавиши Xbox-овские? Если я, кстати, не ошибаюсь, мой персонаж был где-то 358 уровня силы год назад, когда я закончил играть за него. А теперь 750 спустя год. Подкачался.
пока меня не было, сам. Все, прилетели. Ну, походу, да, походу, есть баг критический. Если смотришь на предметы. Блин, а теперь я не хочу быть здесь. Я хочу быть на центральном. Перенесите меня, пожалуйста. Или что у нас здесь? Союзники! Нет, хочу в двор стрелять в упор. Ура! Ура! Так, что у нас здесь? Так, так, так. Даже в компьютерных языках, не пользующихся датами, можно найти информацию о времени. Возраст. Вот, вижу, про возраст тоже old. Безграничная сила. Улучшайте свои параметры, надевая новое снаряжение со все большим уровнем силы. И что мне даст это? Так, нет, покупать я не буду ничего. А какая награда? Это просто мне говорят банжи, типа, ха-ха! Олд, качайся. Проверю прямо сейчас. А это почему не 750 уровня? Так, безжалостный какой-то. У меня места нет, прикиньте. Вы... Все товары продаются. Взгляни. Я понимаю, что ты светишься, как будто у тебя квест, а у тебя не квест. А ты просто типа решила. Заходи еще, страж. Посигналить? Что? Что? Какая там пушка вообще? Эту экзотику-то... Плазменная винтовка. Особая. Окей. Плащ дурацкий абсолютно. Иги. Нет, смотри, тоже до 750-го. Ничего себе. Все апнули. Линза Прометея, я даже не знаю, что это, если честно. Так. Солпария вроде прикольный. У крыла бдительности прям вообще 10 из 10. Да. Распишитесь, пожалуйста. А, нет, не. Просто что она была серенькая? Так, а это что? Серповидный скиф. До свидания. У меня что, места нет? Мысли Катя. Ваше имя? Мое имя? Роберт Полсон. Так. Давайте. Всякую хинею поздаю. Еще предметов-то у меня. Оно работает как-то. Модификатор больше не действительно. Сберите его, чтобы освоить место и получить ценные детали. Офигеть, прикиньте. Все, что я собирал, теперь надо разбирать руками. Банжи. Я хочу, чтобы вы сами все разобрали и превратили в ценный материал. Зачем мне это? Так это фигня какая-то, вообще плевать, что это. О, ну да, вот это ценные детали, я прям аж от ценности с ума чуть не сошел прям. Ну давайте. Пожалуйста, страж, у меня много дел. Катын. Еще раз, здравствуйте. Как хорошо, что ценные материалы падают из них. Пожалуйста, Саш, у меня много дел. За бесплатно вам приходится все разбирать самому. Если бы купили в DLC, то пудово бы за вас бы все сделали. Так, а за фиолетовенькие? За фиолетовенькие другой звук. Бульк, 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 бульк. А, еще эти дают им... Как они...
кристаллы, назовем их так. Они очень похожи на кристаллы. Музыкальный стрим. Все. Недолго музыка играла. Так. Еще два обратно. Что-то было, по-моему, штук 6 этих вариантов здесь материалов. Но теперь готовы нет. Готовы начать поиск? Шар небо светом озарил, зажглась в сердцах святая вера, глухую тишину поразил предсмертный крик легионера. Что? Лучший носитель парадокса. Что бы это ни значило. А, я вспомнил, что это значит. Так, это значит, что надо много фармить. Так, высшая карта какая-то, неразрешаемая задача. Угу. Проверяю. Сообщение от Honor. Предмет можно разобрать, чтобы открыть соответствующий триумф. Давайте. Распишитесь, пожалуйста. Передам. Спасибо. Спасибо. Ох, как же так? Сломалось. Так, архивировать. Чем могу помочь? Очень интересный контент, конечно, пока что. О, как же так? Сломано. Я только не понимаю, почему нужен 780 уровень света. Превосходно. И как Нита сразу ломанулась проходить? Технический нокаут. Уничтожь врагов добивающим приемом. Прикольно. Так, тяжелое учение легко в бою. Пройти затерянный сектор МЗ. Героическое открытое мероприятие завершено. Сумрачный налет завершен. Нормас. Пошел контент. О, мне сейчас, может быть, выдадут пушки как раз таки с новым уровнем силы. Да, вот так, Нита. Пошла куда хотела. Но у меня нет засоленных... Да что? Что вы хотите? Да-да, добивающий приемы, я уже увидел, спасибо. Нажмите правый стик, чтобы добить критическую раненого противника. Хорошо. Угу. Я понял. Так. Или есть что сдать? Шакс. Горнило зовет, страж. Да, есть, ни черта себе, откуда? Прикиньте, все есть. То есть есть этот шмот, который я радовался, что... У меня повысилось до 750 уровня, сейчас пойдет в задницу. Вот как хорошо быть алдом. Новый вид музыки, кстати. Сейчас, правда, место закончится у меня. Хватит пушки выдавать, Шакс, выдавай броню. Пушки неинтересно. Да. Да, все на почту. А у этого есть? Когда за правду подняли. Приветствую. Завала, блин. Не признает алда. Ну, хоть ушак, больше есть. Нас врасплох не застанут. Как скажешь. Так. Блин, а здесь супер прокачанная шмотка. Идите, колоти. Зачем мне два радара тупиц? Шлемы аса. Если будешь смотреть на солдат, как на детей, сможешь отправиться с ними даже в пропасть. Что такое их три энергия? Блин, у меня места нет ни для чего. Как так? Надо все поскидывать в банк. Я не знаю, сколько места свободно вообще. А, еще куча свободного места. Так, скидываю все в банк. Никогда больше я не увижу этих вещей.
Потому что я в банк не буду заглядывать никогда больше. Ой, на Титана что-то. Я Титана-то я удалил. Ну как удалил? У меня и Варлок, ничего себе. Так, как удалил? Не удалил? Ну, мне обещали, что я не удалил. Что можно будет в случае внезапного помутнения рассудка решить, что я не хочу играть за этих персонажей, вернуться за другими. Короче, это дичь. Я бы на самом деле, типа, дал бы возможность выбрать персонажей со всех аккаунтов. Типа, если... если хочет чувак, то там выбери вот это, вот это, вот это я люблю с разных аккаунтов. А это идиоты, не хочу я с ними иметь дело. Можно даже типа удалить навсегда. Но такое не пошли они. Вот я бы, ну у меня тут есть как бы Титан, но я за него ни разу в жизни не играл. Но вот за того Титана я бы побегал еще, может быть. А за осколки я вроде что-то могу покупать, какие-то шмотки у кого-то. Но я не помню у кого. В пути. Я олд. Есть, есть, есть. Готово. До свидания. Ваше имя, страж? 756. 755. 756. 756. И все равно. Страж, страж. Я та... очень занята, страж. Да иди в пень, занята. Стоп, 756. Безусловно. А. Ритмичные телодвижения не помогут выиграть. Пора в бой, страж. Чего тебе не хватает? Мне не хватает лайта. О, 757. Да хватит оружие выдавать. Тапки дай. Дай тапки. Дай тапки. Тапки дай. Дает тапки. У него, наверное, нет тапок. Он слишком жадный. И вот это вот тяжелого оружия, если бы еще выдал, было бы вообще зашибись. Ах, одна из наших самых ярких звезд снова с нами. Это я, да, да, я олд. Все верно. Ну блин, у меня сейчас закончится все. О, меч. Да, страж, все эти битвы учат нас чему-то новому. Ну, так 755. Страж, о. Я жажду новостей. Что? 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 У меня пол... Ах, одна из наших самых ярких звезд снова с нами. О, 758. Тапки, тапки, ну наконец-то. Да, страж, все эти битвы учат нас чему-то новому. Да, но я олд. Мне нельзя... Ну что, тебе удалось показать нет, как бы... тьме, на что способен свет? Новое — это хорошо забытое старое. 759. Береги себя, охотник. Ну, ты, немного ты бы... есть бойцов лучше тебя. Ты бы шустрее, конечно. Были бы все новички в горниле такими, как ты. Кривыми? Да ну, блин, Шакс, ты... дурак. Вот что, он начал выдавать одно и то же. И по итогу 760 мы не взяли. У меня полным-полно дел в горниле, страж. Не заставляй меня ждать. Ты что, барахла она выдавал? Да. Куча пистолетов одинаковых абсолютно. Нужно разбирать. На атомы. Ладно, не важно. Все сделано.
Что у меня еще есть? Нет. Знак ЕМЗ есть. Хо-хоу! Хо-хо-хоу! Я знаю, куда мы сейчас полетим. Только, правда, надо место освободить. Ти-ти-ти-ти. Удачи, старший. Вот он. Чего тебе? Признаешь, Алда? Чё-то сложненько. Увидимся. Не признает Алда. Вообще странно, ведь у меня не пройдено ничего. Почему мне не выдают квесты на вот эти спутанные берега? Как так вообще? Мне первым делом должны были выдать эти квесты. Но нет. Это упущение большое. Я считаю. О, музычка пошла классическая. Да ё-моё, нет, верните. Верните вещи. Ставлю десятку, что тот новый титан пройдёт. Ты знаешь, кого я имею. Мне кажется, Лакшми номинальный битер. Кстати, можно тоже поразбирать всё. Шлема, конечно, поразбирать бы надо было. На самом деле. Потише. Ты же знаешь, они здесь. Кто они? Чего? Так, где там? Такая жесткая. Где там чувак? Тут. А что за приключение? Короче, картофельные сервера банжи, как обычно, сама схуй. Что вот это вот такое? Сам героическое, понятно. Короче, очень странно. Я могу, что, как, почему? Почему я могу сюда прилететь? Почему я знаю, кто такой паук? Я не проходил этого всего. Ну, точнее, я-то проходил, но не эти персонажи. Да, режим навигации, спасибо, друзья. О, 60 FPS. Ну, у вас на стриме как было 30, так и стало, а у меня стало 60. Так. Ага! И выкинуло, к чертовой матери. Лол, куда, где я оказался, алло? Почему? Чёртовы фритоплейные варфреймы. Ой-ой, я уже привык на Титане прыгать. Теперь я понимаю, почему люди не умеют в обычные прыжки, самые, которые у хантеров. Наиграются на своих титанах. Осторожней-то. Привет.
Сдам все тебе. Давай только шмотки топовые. Плащ хорош, красава. 860 и пошел. Тапки. Все как у людей. 761 пошел. Потому что второй. Так, все, кончилось. Счастье. Ну что, ну что, ну что? Мне нельзя отвлекаться. Надеюсь, ты понимаешь. Нет, нет, ничего не понятно. Лайта не хватит. Давай вместе закончим. Или хватит? Ладно. Ну как так? А плащ еще, плащ. 760, все. Хватило. Спасибо, до свидания. Летим на Луну. To the moon. Я не могу. Я не знаю, почему не могу. Написано, достигни уровня силы 780. Рекомендуется 760. Ну рекомендуется, да, я готов. Марк, я совершенно не мерзну, не беспокойся. Хотя от чая я бы не отказался. Чё за страшные звуки? Кто их издает тут? Что происходит? Вы чё тут шумите? О, стрельба пошла. Так, стоп, я всех убил. Я не хотел всех убивать. Я хотел сделать кое-что алдовое. Блин, чё у меня два прыжка? У меня шаг три должно быть. Итак, алдовое через раз, два, три. Нож. О, поэтому я скучал. Вот это я скучал. Наконец-то я снова могу кидать ножи. И вот такие гранатки. Все, короче, я понял. Идем в хардкорное PvP. На геймпадах. Которое... Так. Сначала летим опять на башню, правда? Кстати, тут же новые карты доступны. На халяву. На аукцион невидимой щедрости. Раньше только давали всем за неделю до выхода дополнения. Всем открывали там разный контент. Типа там несколько страйков. Они же налеты в русской версии. Они же подземелья в ММО обычном сленге. Давали PvP-карты всем пощупать. Там какие-то новые режимы. А потом фигак и обрубали все, у кого нет. И оставляли только тем, кто купил дополнение. А теперь, ну, из-за того, что будет переезд, скорее всего. И переход на фри-ту-плей, они заманивают щадяще. Да почему? Да почему меня не пускает тавр? Алло. Мне надо взять... задание. Просто так идти в PvP, конечно, весело, но не очень. Что за приколы? Банж. Что это, колония? Я даже не помню таких пушек. Откуда она у меня? На Ивока. О, на Марсе у меня и на Нессе. Еще можно, конечно, полетать, поздавать. На 780 уровень света я не подниму. Семьсот семидесятый, возможно. И то вряд ли. Офигеть, короче, Коля. Не получим ничего. Идем просто так в PvP.
Вот это, конечно, минус. Ёлки-палки, чё так много стало? Закрытый матч, классический микс, контроль, стычка, выживание, фриланс, лол. Поединок, лаборатория, ликвидация, столкновение. Что-то слишком сложно, до свидания. Идем в стандартный контроль. А ведь сейчас в стандартном контроле столько новичков, нубов. Сейчас всех разнесу. Я же олд. Я должен разносить. Ну и прикид у меня. Ой, ничего себе, призрак крутится вместе со мной. Но призрак, правда, какой-то отстойный. Так. Пустотного, телематическое. Что? Накопитель опыта горнила, например. Сканер горнила. Только что он висит, как будто бы... Неподходящая активность, когда мы горнили. Вот это вопрос. Только что дают эти сканеры и прочее чебупели, я не знаю. Так, ну возьмем, естественно, крыло бдительности. Пистолет. Ну ладно. Выбор невелик. Пусть меч будет. Пусть тапки нормальные будут. Нет, стоп, нормальные тапки. Только никого нет в ПВП. А что за энергия? Не использовано. Улучшите эту броню, чтобы увеличить ее энергетическую емкость на 1. Улучшив эту броню до абсолюта, вы получите бонус ко всем характеристикам персонажа. Модификатор можно вставить. Фига. Надо разобраться, как это работает. Смотри, забираешь приемы, Но зачем мне сюда вставить? Это отстой. Я не хочу его вставлять сюда. Я хочу в нормальный. Чинящий модификатор. Больше не действительно. Сберите его, чтобы получить ценную деталь. Лол. Отменить нельзя. Слегка улучшает характеристики, повысить уровень оружия, чтобы превратить его в абсолют. А это можно в абсолют превратить? Нельзя. О, 11 из 12. Ты уже думал, ничего не происходит. Тут 5 почему-то уровень энергии аж. А максимум 10, да? Я полностью прокачаю? Дикий пес. А, пропали способности на предметах. Теперь нужно вставлять самому. Прикиньте. Вот это оно. И когда вставляешь, прокачиваешь. Можно просто прокачать, как идиот, а можно вставляя. Сопротивление от сильных врагов, от боссов техники, от слабых. Уменьшение пустотного урона получаем от всех от врагов, не являющихся стражами. А эти можно вставить только когда уже прокачано все. Интересно. Это, кстати, прикольно, но, правда, заставляет гриндить, как сумасшедший. Но раньше нужно было гриндить целиком шмотку, потому что на шмотке рандомно выставлялись какие-то. Ну, не хочется вставлять ничего в этот отстой, потому что я его брошу. Я просто его натянул на себя, потому что... А как шмотки абсолюты уже? Вот он у меня абсолют. У меня совсем другая ситуация. И, кстати, вот тут модификатор старый почему-то. Лол. Девятьсот шестьдесятый уровень, даже не 900-й максимально. Вы что, с ума посходили, банш?
Что за модуль улучшений? А тут только синтез есть. Абсолют горнила. Превращает оружие в абсолют. У него появится случайный бонус счетчик убийств. Дорого стоит улучшающее ядро 10 штук. Ух. Дорого. После всего отдыха на теле весь опыт, получаем вами в пределах первых 5 сезонных рангов, увеличится в 2 раза. Еженедельный контракт является наилучшим источником опыта. Затем следуют обычные контракты и поручения. Но я не могу их взять, потому что... Не пускает в тауэр. Щейдери. Модификаторы аппарата. Так, началось, походу. Ну шо, вы хотели посмотреть, какой Террол нагибатор в ПВП? Сейчас вы все увидите. Сейчас вы все увидите. Вот теперь горит как надо. Джевелин 4. Стартовый комплекс военных спутников Ио. Старая карта. Старая. Все почему? Потому что не купил. Пфф, ошибка. Серьезно. Банжи. Все, я устал. Я не понимаю, почему, как мне попасть сюда? Я хочу квест проходить. Очень интересные квесты. Петра Венш. Почему мне не горит ничего? Типа, что пойди туда и... Офигей. Игра с проводником. Ну, тут же квест должен быть. Вот это он? Нет, это не он, это... Да, он, компания, это он. Тюрьма старейшин, он с Кейдом можно пройти сюжетку. Мы это проходили на стриме, не знаю. Я думаю, заканчивать стрим, потому что... За бесплатно, короче говоря, за бесплатно вы ничего не получите. Бесплатный сыр, он как бы в мышеловке, понимаете ли. А как мне выйти на экран выбора персонажа? Я хочу кое-что проверить. Никак? Это ж можно было выйти. Через настройки это дело. Специальные возможности. Нет, не то. Так, маршрутизатор. А, вот, изменить персонаж. Да, уверен. Итак, я сейчас зайду персонажем, за которого ни разу в жизни не... Ну, играл, но... Ну, блин, из-за того, что не перенесенный из первой Destiny, наверное, ничего не будет, но... Все же. Первый заход в игру. Он будет с того самого места, которое я думаю? Да. Страж. Проснись, Страж. Сработало, я тебя оживил. Не представляешь, сколько я тебя искал. Я призрак, ну, то есть теперь твой призрак. А ты? Ты долгое время была мертва, так что очень многое тебе будет непонятно. Добро пожаловать в первую Destiny. Это территория падших. Блин, ну как я скучаю по голосу Петра Динглза. Гардиан. What's up, Гардиан? Не бойся, я все еще здесь. Нам нужно двигаться. Скорее. Вот, вот так вы начнете играть в Destiny 2. Но на самом деле это Destiny 1. Что произошло? Только не говорите, что опять ошибка Бибер там какой-то. Не, нормас. Но правда, я 750 уровня силы. Офигеть. Офигеть, серый шмот, 750. Космический порт русских. Русские! Он на карантине и довольно опасен. Но пройти дальше мы сможем только через эту стену. Все прокачано уже, прикиньте.
Трамп построил стену от русских. И ничего себе тень. А, нет, я думал, это на всю локацию. Блин. Но в первой Одессе нельзя было быть таким титаном, какой я сейчас. Где обучалка прыжков? Я, блин, удалил титана, чтобы титаном играть. Я вот это сейчас пытаюсь понять. Должен вернуть тебя в город. Для этого нам нужен корабль. Но сначала нужно найти тебе оружие. Пошли. Сейчас по окончанию этой миссии этот титан осторожно будет мощнее где-то, чем мой охотник. Блин, я пропустил заново все. Мы рискуем, но давай раздобудем больше света. Умри. Древняя военная система? Есть. Изношенные провода и ржавчина? Есть. Стоит тронуть этот переключатель, жди беды. Не нравится мне это, бой не нравится. Они явно не рады нас видеть. У меня 750 уровень света. Всех, что ли? Даже у тех, кто с нуля начинает играть, 750 уровень света. Что за отстой? Если у всех 750 уровень света, то ни у кого не 750 уровень света. Ты же титан, а значит ты боец. Будь готова, ведь мы глубоко в тылу врага. Борец. Блин, это же классная винтовка. О нет! Я еще в Пиродессе, не потом в третьем году. Делали экзотиком. Пошел день. Я знал, что ты здесь будешь. Не отвлекайся. Если датчик мигнет, опасность рядом. Причем это была винтовка, где можно было выбирать пираты с другой планеты, копающиеся энергию, в останках человечества. Которой ты пользуешься. Солнечной там. Тьмой, электричеством. У вас сундук, первый сундук в игре. К слову о пиратах. Вон тайник с добычей. Давай посмотрим, что внутри. Тайник, упрямый дуб. Тут вроде должны быть растяжки какие-то. Я еще не дошел. Я олд, я помню. Понятно. Сейчас должно быть левел 2. О-хо-хо. Еще факши. Пусть им мало не покажется. Не покажется. Все заваншотил, правда. Твой свет силен, страж. Ух, какой я сильный. Слышали? Ой, я тут что-то со светом перемудрил. Я попытаюсь найти корабль, на котором можно улететь домой. РФБА, ух. Ух. Внимание! Отряд рейдеров падших. Все немного хуже, чем я думал. Мне вот интересно, они... Да пошли вы со своей ошибкой, Пидер. Серьезно. И куда вы меня выкинете? Куда вы меня выкинете? На орбиту? Они хотят бой. Тогда им бой. Какой бой? Блин. Завтра буду на работе слушать саундтрек Destiny. А сторонним вход воспрещен. Ну что, ребята, какой бой? Ч
Да, отметины над ними появляются. Продолжай сражаться. Я ищу корабли поблизости. О, боевая, я только хотел спросить, где он. Щит покрепче. О, даже не обязательно убивать. Не, кстати, я завяжу, что называется. Можно было играть за такого титана. Просто у него суперспособность его была другая. Он купол ставил. Я перепутал. Вот Tekken King добавили солнечного титана. Блин, и первого Destiny не фри-то-плей превратили. Вот как так можно было? И сразу игра показывает, что на кооператив рассчитана. Ну, правда, нет, эту миссию вы все равно в соло проходите. По-моему, третий уровень берется. Так, ты прекрасно справляешься. Сосредоточься на падших. Короче, да, его убивать не обязательно. Мелких поубивать и все. Что такое? Сигнал со старого десанта. Я бы его мог убить, конечно. Я сильный, я олд. Но я также и спидранер. Известный. В узких кругах. Поэтому сорян. Да, даже этот говорит, нам пора, ведь. Когда мы доберемся до города, ты начнешь понимать, почему я привез тебя обратно. Люди, обещание светлого будущего. В смысле, привез тебя, а, потерпи немного, и ты его увидишь. Ну, что-то приседать. Ой-ой-ой, сейчас хэвик выдадут, смотрите. Зеленый сразу. О! Добрый вечер. А вот и он. Давай заберем этот корабль. Ну шо? Не ладно. Или не ладно? Где капитан? Капитан, мой капитан, где ты делся? Ты капитан? Что за отметка над головой? Отлично. Ну уже, давай посмотрим на твой новый корабль. Не дали фразу закончить. Он тут уже давно. Не был в деле веками. Повезло, что падшие его полностью не обобрали. Летать сможет? Сейчас сможет. Что? Наш персонаж говорит? Вот это летать сможет, это она сказала? Ну, в первой Destiny страж говорил, да. Но тут я не помню, что там говорил.
Ну-ка, ну-ка, перемонтировали они ролик, интересно? Да, перемонтировали. Тут же просто появлялся персонаж, на которого забили болт в первой Destiny по итогу. Но он был очень, типа, важен для сюжетки самой первой Destiny, изначальной сюжетки. А потом вообще забили болт. Банжи. Я не знал тебя при жизни. По крайней мере, при первой. Смерть настигла тебя в бою задолго до моего появления. Нас свело кое-что особенное. Его назвали Странником. И когда он явился, он изменил твой мир навсегда. Настал Золотой век. И столетиями человечество процветало. Пока этому не пришел конец. Древний враг проследовал за Странником через всю Вселенную. Человечество было обречено. Не перемонтировали этот видосик. Но Странник сделал свой выбор. Пожертвовав собой, он уничтожил древнего врага. И вдохнул жизнь в призраков. Я призрак. А главное... Был дальше нормальный голос, стал отстойный. Тебя, как и других, избрал Странник. Ты... страж. Че эти иконки должны значить для нового судьба. Игрока? Надо говорить, это твоя Destiny. Музончик. Еее! Сразу дали мотоцикл. Сейчас. Пережившие коллапс человечества ошибка, зовут город домом. Серьезно? Вот так они встроили? Вот потому ты и здесь. Или я... Чтобы защитить их. И вернуть потерянные миры. Мы пришли. Не, нормально. Странник. Последний город. Мне просто интересно, как они интегрировали начальную твой миссию Destiny 2. Я думал, сейчас типа летит, и оп, и сразу и напали, и ты такой, а, шо, где? Но нет. Нас вроде приземляются сначала на башню. Но подождите. Означает ли это, что я прилечу на ту башню? Интрига. Ну, ошибка Бибер сейчас будет. Не, я прилетел не на ту башню. Режим совместной игры, ура! Зашибись. И ошибку сразу. Ну, что за... И все открыто сразу. Ну что, издевайтесь. Нельзя так с новыми игроками. Нельзя. Сразу глаза разбегаются, с ума просто сойти. Отправитесь на Луну тоже сразу мне, типа. Да я не могу отправиться на Луну. Что за отстой? Короче, Банжи так и не научились в эргономичность своей игры. До сих пор. И поэтому сразу кидают целую кучу вам на голову. В хорошем смысле. Ну, конечно, если вы будете играть просто вот запустите, у вас не будет спутанных берегов город грез, то есть будет меньше, конечно. А куда лететь? Но так сразу на Меркурий, типа, лететь. Чё? Зачем? Что? Хотя, с другой стороны... Стоп. С другой стороны...
Вы сами можете выбрать, куда лететь. Вот вы смотрите, такой, Марс. Хочу побывать на Марсе. Вот Илон Маск, все никак. Но у вас будет совсем другое. Или нет, или да. Видите, у меня уже 40... Нет, стоп, что, почему будет 45? Неважно. Вот, о, Марс атакует, я смотрел такой фильм, полечу сюда. Правда, награду вы получаете страж в розовом, что как... Странно немножко. Вот, или сюда, вот. Но, короче говоря, с другой стороны, вас не ведут обязательно везде побывать. Вот если вы не играли в Destiny 2, будете проходить вот как-то так, вот вам Титан, вот сюда не летайте никогда, это самая отстойная локация во всей истории Destiny. Со мной могут быть не согласны, но я вам говорю, это самый отстой. Но есть еще Меркурий, конечно, Меркурий хотя бы красивый, прикольненький. Вот. Ну, в целом... В целом, конечно, да. Ладно, это эти ошибки, они меня немножко вывели из себя, из равновесия, да и что-то я уже подустал. Особо на контент не велик был стрим, я это знаю, но что ж поделаешь. Я подожду, наверное, скидосиков первых на это дополнение и куплю его. Ну и теперь я дома, чуем и дома, что называется. Год я провел без этого персонажа. Из них полгода у меня был другой персонаж, который мне было не очень прикольно играть, потому что все по новой, весь мой прогресс протерян. А теперь я могу перенести своего персонажа сюда. И даже не покупая дополнение на PlayStation 4, а купив их дешевле на ПК, я вот... Персонаж немножко у меня вот так путешествует туда-сюда во времени, получает контент и может быть жив. Потому что ну, на PlayStation 4 все банально в 2, а то и в 3 раза дороже. Зачем, не знаю. Вот. Я думаю, что как только все стабилизируется, все эти ошибки закончатся, у меня все еще есть желание, еще с тех пор, как Destiny 2 ванильную без дополнений вообще никаких раздавали в батлнете, пройти вместе с вами самый первый рейд. А у меня, между прочим, есть ачивки. Давайте посмотрим, какие мне ачивки выдались. То, что я олд в день олдов. Так, блин. Библиотека. Олд в день олдов. Так. Мне дали. Длинная извилистая дорога. Достигните 20 уровня. А уровни еще есть? Их разве не отменили? Следопыт Кейда. Получите все подклассы охотников. Это я. Покажите, на что вы способны. Завершите основы горнила. Это я. По горячим следам. Завершите задание горячей точки на земле Титанина Сию. Это я. Завершите открытое героическое мероприятие. Народный герой. Это я. Сердце тьмы. Завершите сумрачный налет. Отлично. Экзотическая жизнь. Соберите 15 экзотических предметов оружия или брони Красной войны. Это я. Вызов принят. Завершите 30 испытаний. Отлично. В чреве чудовища. Завершите рейд Левиафан. Вот она, рейдовая ачивка. Несудимы будете. Встретитесь с агентом 9 в любой точке Солнечной системы. Ну, это немножко, конечно, так себе в любой точке Солнечной системы. У меня... Есть эта ачивка на PlayStation 4, ее уже получить невозможно. Лейтенант Завал, получить себе подклассы Титана неинтересно, это то, что у меня уже нет. Получить себе подклассы Варлоков такое себе. Завершите рейд в Левиафан, уровень сложности престиж. Вот этого у меня нет. Заработайте 5000 очков триумфа, но это такое себе. Соберите 10 экзотических предметов оружия или брони из отвергнутых. Ну, это можно получить. Завершите печать триумфов, что... Завершите карточку коллекции, что? Выиграть матч в Гамбите. Ха! Лол. Уничтожьте босса сумрачного налета из отвергнутых. А, ну это за DLC, понятно. Завершите рейд последнее желание. Еще 3 скрытых. Ну ладно. Там какие-то отстойные стопуды. Ну, короче, на самом деле ачивок не так уж много. Будем честны. Это было быстро. Да, да, это так. Видишь, я прошел Warframe. Так что, да.
Посмотрю, что там по силе энергии завтра. Может быть, постримим WoW завтра. Такие планы. Вот. Ну, еще South Park на выходных. И что-то еще будет где-то. Так что устанавливайте Warframe, играйте в Anthem. Все free-to-play в Steam. Спокойной ночи.